А вы знаете, что обувь появилась более 30 тысяч лет назад? И уже в Древнем Египте по обуви можно было спокойно определить статус ее обладателя. Например, древнеегипетские мясники додумались до того, чтобы носить обувь на каблуках, чтобы не пачкать ноги в крови. А обувь для фараонов и их приближенных изготавливалась из папируса. И по словам Геродота, пара такой обуви стоила не меньше, чем целый город. Кстати, жена фараона ходила босиком. Значительный вклад в историю обуви внесли древнегреческие куртизанки. Они носили полусапожки, следы которых оставляли четкую надпись «Следуй за мной». Так следуйте за мной, господа, в группу «История онлайн», и вы станете участником увлекательного путешествия во времени и пространстве.